Итак, снова всем привет. Вот я вернулся. Ой, болел все эти два дня, короче. Просто жесть как болел. На улице снег идет, короче. Ой, буду иногда шмыгать. А иногда даже прерывать запись, чтобы как следует пошмыгать. Короче, игра называется SCP Contain... А, это не SCP, это SCP Secret Laboratory. Короче, онлайн игра по игре и по SCP Containment Breach, которая просто жесть какая страшная. И сейчас, секунду. Так, я знаю, но я чувствую, я больно громко говорю. Все, я здесь. Так, поищем сервер. Ладно, хоть она на русском есть. Так, сервера английский, русский. Welcome to hell. Елки-палки. Народу нету. А вот тут 28 человек войти. Я так мельком увидел прохождение одного человека на эту игру. И мне понравилось. Тем более игра бесплатная, ничего не хочет. Ну, в смысле, план денег. Соединение установлено. Идет загрузка. Это что такое? Вы были отключены от сервера. Токен рунинг Steam. Чего? Ну и пошел ты в жопу туда. О, официальный сервер освободился. Блин, в понедельник и столько народу уже играет. Классно. Ну, сюда-то хоть пустят с моим говяным адресом. Вот. Ну, поэтому как я... Это тактик. Чего, Мэйк? Короче, я вернусь, как только подключусь куда-нибудь. Ух ты, это я? Короче, долбоёб, у нас команда. Внимание! Приехал бы на... Уже пришёл два отряда МДФ. Банни! Все СИПИ сложили оружие. Что ему сделал? Стать МДФниками, всем учётом, если вы только остались. Ждите нас, мы приедем за вами. Да, я его убил. О, это так не школьник, ёлки. Он не хотел уходить. Я думал, что ПТРов гарм. Чё ему тут сделал? Да, да, это... Включи боеголовки, комп надо убить. И собаку забью. Да, бля, выключи, нету боеголовку. Его не связывают. Бежим, нас, бежим, нас. Она в ядерке, походу. Есть черная карточка? Черная карточка. Нет. Моя сработала. Ух ты, это СЦП 079. Очкуй. Ребят, кто пойдет? Найс. Сдох. Найс. Лохи, блядь. Ну давай, ты хоть пройди. Тайминги, чуваки, тайминги. По одному надо, дураки. Там рептилия. Шаком. А. Чё, такие будут смотреть, что ли? Там собака, валим. Ой, идите уже. По крайней мере, я предпочитаю. Чё-то мне со школьниками как-то не очень охота. А если тут одни школьники на всех серверах, то в жопу, короче, эту игру. Так, попробуй какой-нибудь дальний сервер. РП, без правил. Лит РП, РП, какие еще в жопу РП? 999, нифига там.
Кук бы попробовать. Да, я попробую. Если тут то же самое, что идите его, короче, нафиг. Ну нормально чё. Нахули его. Меня тут забило, но убивать надо. Зачем был? Меня только разрушил. Всем хай. А как говорить? Блять, разрушил бы меня и, сука, оружие бы мое спиздил. Хай. А, как говорить? Ну всем удачи. Куда я сорвусь, блять? Я хочу войны. Быть учёным. Или компом. Я хочу быть компом. Всем удачи, пока. Удачи, пока, блять. Казалось, что я справник. Удачи, пока вам. Удачи, короче. Удачи вам. А нет! Охрана! Не взять! Охрана! Шпиона, говорю, я его вас. А нормально чё? А нахуй кнопку ты говоришь? Блин, я это забыл, но кнопку. Да блин, я взял, что сам включил, вот. Блин! Ну, почти. Пистом. Круто, не кашу. Ну, я тоже забрал. Голосовой чат. Так, ключ карты научного руководителя. Ну, так, да. Нормально. А чат тут есть? Да, ничего не надо. А тут есть компьютер, знаешь? Ой. Нет, не сюда. На X же вроде говорит, или что? Я забыл, как называется твое имя, типа там, под именем читер. О! Наконец-то я говорить могу. Искал кнопку, блин. Не, у меня такая фигня, бывает. Так, что тут делать-то? Я вообще тут первый раз. Так, ты что, первый раз, что ли? Конечно. Ох ты твою мать, это кто? Чувак, я сдаю. Не бей меня, не бей, я первый раз. Я первый раз, чувак. Я первый раз. Не трогай. Иди в жопу. Подожди, стой, дрочи вкусные. Да не вкусные. Блин. Здрасте. Меня загасил. Ну ты знаешь кто? Тышка не предупредила, что там печенька. Чё за печенька? SCP-173. Ой, блин, как тут всё сложно-то, а? Чувствую, меня будут нагибать. Невеста закрывать, ну да, закрывать научили? Не правда, не... Только зашёл и сразу нагнули, блин. Всем МТФ-ли хаус. Одной мой, один мой брат выжил, ученый. Ага, SCP-173. Нифига, у него 4000 хп, его, наверное, нереально убить. Ну да. Много. Я вот за него играю, меня быстро гасят. Но это если его очень удобно убить. Я наблюдаю. У ученого уже красная карта. Я ничего не ставлю. Открывай. Капец, и чё это концерт? Может это ты поставил? Может, сейчас будет чёрт, это ты пизда. Бань. Ага, красный получается на СП. Чё? А, это... О, всё, печенька. Нифига себе. Блин, жесткая игра. О, мой, блять, вот чинов. Охранники пидораса, а? А чё, собака умеет двери открывать, что ли? Нехорошие. Да, умеет. Охренеть. Не, в одиночке все-таки пострашнее. Contained Bridge совсем другая игра. Ну, просто вот похоже. Нет, есть Омега Ворхед. Само собой, все страшно. Там есть Омега Ворхед Сила. А тут Альфа Ворхед Сила. Там один 173-й, блин, просраться. Ооо, здравствуйте. А теперь я повстанец хаоса. Помогите с отступником Д. И чё от меня хотят сейчас? Вперёд, а назад. За тобой идти, что ли? Так, у меня ни оружия, ничего. Чё я вообще делать-то должен? Ещё у меня ФПС говяный.
Может тут... Не господин. Вот собаки, они крещеные. А как тут инвентарь-то открыть? О! Ни хрена. Разоружитель. Устройство по станции. А как взаимодействовать? Е. О, а чё звук-то такой? Ёперный ты карась. Или это оружие такое косячное? Перезарядка есть? По-моему, игра на Unity сделана. Блин, уже дохлый. Это что такое? Подключите планшет, чтобы использовать... это вот этот планшет, что ли? Чувак, хорошо убили. Блин, капец. Дай я твое оружие возьму. Это может пригодиться. Нифига себе. Да мне тут все пригодится, пока не убьют. Инвентарь переполнен. Че я взял-то? А, выбросить? Блин. Выбрасывать так, да? Так, кто там? А, это свой. Чувак, что делать-то вообще? Кот. Здорово, кот. Ё-моё. Дэшка, ты один сам дойдешь? Угу. Да не, я её провожу. Точно? Да. Ну давай, проводи. Кого там опять убивает? Ты чё творишь? Свои. Всё, пошли, я тут? Короче, я за вами, я вообще ни хрена не знаю. За мной иди, у меня есть гранат. Хорошая работа, за мной иди, у меня есть гранат. Согласен. А не, раньше вместе, да? Ага. Ща орать. Скажи всем пизда. Так, я вас открываю. Хорошо сказал. Молодец. Культурный мальчик. Всем и нам, и СПшку. Уходим? Или что делаем? Ну кто ведет-то? Кто главный? Ну давайте я. Давайте я. Кто самый опытный? Он. Давайте все. Да, дружно пойдем уже. Идемте дружно. Пошли. Идите в карты сыграем. У меня нету карты, у меня... Как это назвать? Nokia самосборная. Да как это открыть? Он открыт. А. Самый лоб. Да я играю в эту игру 2 часа, отстань от меня. У меня 9. Идет. Пошли, я тоже сразу. Ой, придурки. Я думал, ну тут хотя бы школьников нет таких. Пойдемте. Ну всего 2. А какая вообще задача у нас в игре, как у класса? А задача вывести Дэшек. Ну и страдать от нее. Ну, это без проблем. Где-то рядом печенька. Я тоже моргнул. Печенька рядом. Что такое? Я моргнул. А. Бывает, да? Я думал, сдох уже. Да в кого ты там стреляешь? Нашли его. А, у меня карточки. Есть черная граната? Карточки нет у меня. А, вот это вот микросхема назад, большая, назад, это назад. И есть твоя карточка для всех проходов. Ага, понял. Идемте. На С и С. Идемте мирно. Пошли. А чё вы так медленно идете? Так сыкотно. А как медленно идти? Ребят, пылесос! Ой, да насрать! Пылесос! Есть, какой же пылесос? А его пылесос! Его тут нет! О, а вот это знакомое место! Бежим. А пацаны, вам рассказать, что сейчас только что говорили? Ну, наверное, про бомбу что-нибудь. Не-не-не, это рассказывали, что осталось 3 из 7. О, ну все, мы выиграли. Ох ты ж! Собака некрещеная!
Сдохни! Сдохни! Да ну не какие-то имбовые, блин, их хрен убьешь. Дайте хоть за ЦП поиграть. Ёперный, это что это было, блин? Да отстань! Блин, печенька реально страшная. Меня ящерица убила. Так, я в собаку очень много высадил, надо посмотреть, сколько у нее осталось. Ну блин, кто же знал, что на лифте будет печенька и ящерица? Ну, ящерица полторы, а сколько у нее вообще хпшек? Мобильная группа кадет. Чтоб ты сдох. Нет, да ты тварь! Кто дверь-то закрыл за мной? Дауны кончены. Так я ж тебе говорю, тут комп бегает. Не, слушай, мы бы все равно проиграли бы за хаос. Беги, чувак, беги. Раннига. Слушай, так интересно за ними так смотреть, когда они паникуют. Да, да? Еще бы эмоции бы какие-нибудь у них были, орали бы еще. О, да, эмоции. Эмоции у школьников. Красавчик. Молодец, молодец. О, почти убил. Минус. На серваке сколько людей? Это, короче, вот этот, который, с которым я был. 17. Да полюбас сейчас или МТР выиграл. Ну почему нет? Почему нет? Так везет, так везет, так везет. Я да, я играл. О, печенька. О, печенька вас нагибает. Охуеть, ты скорострел. Они еще наши пулеметы забрали, слышь? Да. Не моргай, не моргай. Самое интересное, после того, как Серганова, я умер возле вас. Да, блядь, как он бока меня убивает, нахуй, сука! Что? Что я? Я все. Читеры! Фу, читеры! Того, кто убил? Меня ящерица убила. Что произошло в этот день? Полегла вся лучшая. Весь лучший отряд МТФ. Полегли все. Кто сделал этот комплекс? Для чего? Зачем? Чтобы ты задал этот вопрос, его сделали. А, логично. Ну? Опять, закупите идиоты, я буду играть. Ой, как шумно-то. Пиздим всех, без разбора, убьем нас. Все давайте чистые, оставляем там всех. Даже звука нету. Да на, наслаждайся. Вперёд! Я уже был на борт, да пошли вы оба пидорасы наченые. Вы реально ебаны. Собака, иди нахуй. Я тут нахуй. Граната сетовая, граната! Да, блин, опять задолбаться.
Сука, вот, подожди, а меня, убили. Подожди меня. Так, чё, погнали? А вы чё там стоите? Чё у нас есть? Терком, я должен сказать это слово. Стой, подожди, не говори ничего. Дистанция возобновлена. До взрыва 90 секунд. Че? Все, нам хана, да? Да вы издеваетесь. Это смерть. Нафиг, бежим отсюда нахрен. Валим. Не туда. А че за террорист был в боеголовке оптимирован? А, блин. А, я тебя убью. Самоубийство. Аллах Акбар. Не, надо еще. Ну, чики-брики в данке. Кстати, давайте устроим минуту молчания в честь нашего заботливого админа, который нас на спауне после того, как мы убираем. Минуту молчания в честь нашего заботливого админа. Лягушка тоже мутует. Есть такая. А ну мутирует, ересь. Лягушка, если сейчас не закроешься, я тебе тоже мутдам. Как Серганове. Так давай. Она мутирует. За кого пока что? Ну, за кого? Опять научный сотрудник. И что он делает? И что, я один, что ли? Ага, есть карточка. Блин. А чё, она не работает, что ли? А, надо Е нажимать. Сюда не пускают. Алло, есть кто-нибудь рядом? О, здорово. Ты научный сотрудник, да? Понятно, я тебя не слышу почему-то. А какая у нас задача? И откуда у тебя пистолет, блин? Капец, ты опасный. Attention, all personnel. The light containment decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. All biological substances must be removed to avoid destruction. Ох ты ж твою мать! Печенька! Извини, печенька! Ой, все, короче, до свидания, да? А чё, как я мимо печеньки пройду? Блин. Печень. Это твой первый раз. Печенька опять всех нагнула. Возьмите мо... Блин, когда мне дадут за печеньку поиграть? Ладно, короче, давайте закончим на этом. Игра веселая, но надо разобраться еще, что к чему. Так что до следующей серии. И всем пока.